Улица Советская, поселок Кугеси. В автомобильный поток влились катки, асфальтоукладчики и самосвалы. Дефекты полотна устраняют в рамках карантинных обязательств. У нас был заключен контракт, да, на ремонтные работы в 2018 году. По контракту предполагалось, значит, устройство нового асфальтового покрытия, да. Но ввиду того, что у нас достаточно была такая непредсказуемая зима, да, появились, получается, дефекты в дорожном полотне, да, которые необходимо устранить. Недолго терпеть неудобства и на участке дороги Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск. Используемая технология – теплый асфальтобетон. Реставрировать полотно можно при температуре до минус 5 градусов. Производим снятие дефектных мест фрезой, затем продуваем, прочищаем остатки крошки и производим проливку битумом, после чего укладываем асфальтобетон. Эти работы на этом участке мы начали на той неделе. В данный момент дело идет к завершению. Из-за аномально теплой зимы латать дыры и трещины на дорогах Чувашии начали еще в январе. На сегодня отремонтировано уже около 12 тысяч квадратных метров асфальта. В прошлом году было всего лишь 1300 квадратных метров. На этот год по учреждению на содержание дорог выделено 770 миллионов рублей, в том числе 70 миллионов рублей на дорожную разметку. По сравнению с прошлым годом объем финансирования увеличился на 325 миллионов рублей. Ямочный ремонт на дорогах республики обещают завершить к 1 мая. После этого рабочие нанесут разметку. Подрядчик уже определен. Рифат Фаткулин, Алексей Зотиков, Валерий Резюков, Республика.